Следующий вопрос. Юра, добрый день. Ваши контакты дал Павел. Не знаю, правда, какой Павел, но хорошо. В конце лета по Гринке переезжаю в Орландо. Хочу как можно быстрее по приезду сдать на CDL. Нашел русскую школу в Орландо, но готов и в Майами поехать. Главный результат. С английским не очень. Школьный уровень. Опыта на грузовиках тоже немного. Катался на бензовозе по парковке. Уже есть опыт. Какие у вас условия? Помогаете ли сдать пермит? Помогаете ли сдать на обычные права? Чтобы побыстрее. Ну, во-первых, вам повезло, что у вас есть грин-карта, потому что у тех, у кого нет грин-карты, если они приезжают по турвизе, то им 8, через 8 месяцев они могут только на CDL сдать. Я об этом делал видео и очень подробно рассказывал, как за 8 месяцев можно, через 8 месяцев можно подать на CDL. Что касается школы в Орландо, не знаю школу в Орландо. У меня есть партнеры в Майами школа, есть партнеры школа в Нью-Йорке. По этому вопросу могу, конечно, помочь и дать контакты этих школ. Сдать на обычные права вы легко сдадите, вам надо набрать просто поинты. И с этим тоже мы помогаем, если нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь к нам. Так что вы быстро сядете на трак, очень все, конечно, зависит от вас, насколько вы быстро сдадите экзамен. Но в связи с тем, что у вас есть грин-карта, и вам не надо получать разрешение на работу и Social Security, ну, Social Security вы получите, как вы приедете по грин-карте, если вы его не получили очень быстро. Разрешение на работу вам не нужно, потому что ваша грин-карта заменяет разрешение на работу. Так что вы, я думаю, что сдадите экзамен, и опыт тем более есть на бензовозе, и поедете на траке колесить по Америке. По тракам, на траке зарплаты высокие, зарабатывать сможете спокойно 6-7 тысяч долларов в месяц. Ну, зависит от того, опять же, сколько вы будете ездить. Нужна будет помощь по автошколам, пишите, звоните. +1 347 265 61 86. Вайбер, WhatsApp.